Основной отраслью экономики Ульяновской области является промышленность. Наряду с другими товарами активно развивается и выходит на международный рынок электротехническая продукция. Компания «Эталон» – один из экспертов в области внедрения и интеграции датчиков уровня топлива. За 10-летнюю историю компания заявила о себе как на внутреннем рынке, так и далеко за его пределами. В числе иностранных партнеров – закупщики из Бразилии, Китая и Казахстана. Предприятие является участником нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого при содействии регионального центра поддержки экспорта наладила торговые связи еще с Индией и Румынией. На сегодняшний день уже заключены благодаря экспортному центру экспортные контракты. Компания наращивает объем производства. Объем экспортной продукции. На сегодняшний день мы рассматриваем совместные проекты по созданию отдельных логистических маршрутов для освоения новых направлений, новой географии поставки произведенных товаров. Организация – активный участник международных выставок, которые являются собой отличную площадку для поиска потенциальных деловых партнеров. Конкуренция хоть и небольшая, но все-таки есть. Однако за много лет предприятие заняло свою нишу на рынке. Новые технологии мы начали использовать – это беспроводные датчики топлива начали делать. То есть раньше у нас датчики подключались к трекерам, которые передавали дальше на сервер по проводам. Сейчас мы начали делать беспроводные датчики топлива. Это новая технология, которая избавляет интеграторов от лишней работы по протяжке проводов. И, собственно, отдача по рекламации стала меньше. Следующей торговой точкой экспортного курса намечена Африка, сотрудничество с которой открывает перспективные пути экономического развития. Вместе с тем, еще раз повторюсь, как и президент об этом говорил на недавнем саммите, Африка для нас открывается заново, и в этом регионе мы видим также с этой компанией перспективы для поставок нашей продукции. Топливные датчики – высокоинтеллектуальная продукция, поэтому перевозится только авиационной доставкой, контроль над которой в рамках логистического проекта взяла ульяновская авиакомпания «Волга-Днепр». На сегодняшний день налажены грузовые авиамаршруты в Иран, Арабские Эмираты и Китай. В планах на будущее наладить доставку продукции во все страны-партнеры. Мадина Исмаилова, Бахтияр Салтанов, Управда ТВ.